Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами вместе в магазине «Светофор» в поселке Коммунар, станционная 34. Давайте посмотрим, что нового интересного привезли. В прошлый раз вам показывала, что в этот светофор приехали маска «Фрутсерапи» возрождающая 3 в 1. 108,80 – это Беларусь производит, «Белита». И вот сейчас сюда привезли еще вот эти тканевые маски, наборы «Гармония свежести» 6 штук, 133,82. Мне одна девушка написала, что у нее очень смешная форма. Непонятно, по какому лекалу вырезали эту маску. И она ей не очень понравилась. Если у вас есть какой-то отзыв, напишите, пожалуйста, нам очень интересно. Маска здесь нужно наносить 15 минут. Еще поступил новый отзыв на таблетки. Федорино счастье, 30 штук по 20 грамм. Здесь 90 рублей 48 копеек. Одна подписчица мне написала, что хорошие таблетки спокойно можно покупать. 600 грамм здесь. Другая подписчица написала, что эти таблетки оседают на фильтре. Дам отзыв на вот эту пену для бритья Arca Sensitive 400 мл, 97 рублей стоит. Одна подписчица опять же написала, что эта пена какая-то бесконечная, то есть она просто не кончается. Такой огромный объем, ее хватает очень надолго. Вот, 97 рублей стоит. Ковер «Галактика» 1 метр на 1,5 метра. Сейчас он здесь в наличии. Производство «Беларусь» 542 рубля 77 копеек. В магазине в Ропше, по-моему, или в Аннино, я не помню, какой магазин, в Санкт-Петербурге. Там приехали ковры овальной формы. Я их вот у нас на юге здесь не видела. А «Галактика» есть в наличии. В том числе вот такой темно-серый ковер с кофейными зернами. Новинка. Комплект модулей сменных фильтрующих, 2 штуки, 156 рублей 70 копеек, производство «Россия». Один фильтр рассчитан на 170 литров воды. Здесь в комплекте 2 штуки. Раньше привозили по одному фильтру. Тоже кто пользовался, пишите отзыв. Хочу показать вам вот этот сноуборд с облегченным креплением. 576 рублей 10 копеек. У меня недавно на нашей горке в садоводстве у нас я видела вот такой сноуборд. То есть дети на нем катаются, ровно такой же. Он не поломан, уже целый сезон прошел. И он, как сказать, проявляет себя хорошо. Правда, дети часто на нем катаются, как на санках. Просто вот сюда садятся и на нем съезжают. Дистиллятор компакт 14 литров с электронным термометром 2955-70. Вот он из нержавейки, большой дистиллятор. Приходит он сейчас просто в картонных упаковках. Зайдите на Wildberries, это самый прикол. Там эти дистилляторы стоят гораздо дороже, в районе 3,5 или 4 тысяч рублей. Очень похожие по виду. У меня вообще такое ощущение, что перекупают их в светофоре и продают потом на Wildberries с накруткой 1000 рублей. Знаю, что некоторые продавцы с Wildberries, они даже в фикс-прайсах умудряются закупать товар, а потом перепродавать на Wildberries. Мне очень нравятся вот эти салатнички Invitation. Не во всех светофорах они есть. 42 рубля 250 миллилитров. Очень удобный объем у этого салатника. Можно использовать как небольшую креманочку для салата или для мороженого, для каких-то джемов. Очень классные. И здесь еще есть наборы вот этих бокалов. Их, как, кстати, тоже можно использовать как креманки. Для мороженого будет очень красиво. Спасибо. Набор бокалов ром 3 штуки 421 рубль. Столики журнальные. Не упустите свою возможность их приобрести, потому что не во всех светофорах они есть. Вот он, журнальный круглый, 979,60. Диаметр 65 сантиметров. Например, в каком-то светофоре я вообще его ни разу не видела. И стол обеденный. Буквально несколько штук. Нас ждет дачный сезон. На даче можно такой стол запросто поставить. 1378 рублей. Компания-услуга 1 метр на 59 и на 76 сантиметров. Тапочки, которые понравились очень многим, с вот этими меховушками. Смотрите, они есть еще здесь в наличии, с пандочками. Тоже ни в одном другом светофоре пока именно таких панталетов не видела. 266 рублей 80 копеек. Зима заканчивается. Летом такие тапочки, не знаю, уместные или нет, но дома очень даже. Пельмени отборные за 153,40, 700 грамм здесь сейчас в наличии. Также вот эти трельмени от Лошкарева, тройная сочность в наличии. От Лошкарева называются иркутские. 99,90, здесь уже 900 грамм. Если вы пробовали, тоже пишите. Заморозку тоже постоянно подвозят. Вот, например, чебуреки жареные, 1 килограмм. Это компания «Скоровар» производит, 79,90. И от «Скоровара» еще блинчики в наличии, 1 килограмм, 85,50.
50. Это блинчики с мясом. Морковка свежая 1 килограмм 22 рубля. А в Пятерочке купила вчера морковь мытую. За килограмм цена 77 рублей. И вот эта горбуша фосфорель. Смотрите, сколько здесь ее в наличии. Холодного копчения. 304,50 ее цена. Разные рыбки здесь по весу есть. Уже давала обратный отзыв на вот эту рыбу. Очень вкусная. Берите, не прогадаете. Мне одна подписчица моя написала, что очень вкусная. Главное, за свежестью рыбы следить. Из новинок здесь есть салат оливье под названием «Самое время». 400 грамм от Санта Бремера. 123,90 его цена. Производство Россия. Как по мне, чисто визуально, здесь достаточно много майонезного. Мясо тоже сейчас все еще есть, и кусочков много. Смотрите, вот есть небольшой кусочек на 392,50. Кстати, его вот здесь хорошо запакетировали в пищевую пленку. Вот есть небольшой кусочек. Кожи, правда, приличное количество. Вот этот на 464 рубля. Очень много яблок в наличии. Называются яблоки Де Коста Калибр. 1 килограмм 58 рублей. Они лежат, в принципе, с прошлой недели. Их завезли сразу много. И знаю, что есть любители покупать лук в магазине «Светофор». Лук репчатый 1 килограмм 18 рублей 56 копеек. А также мандарины Турция 40 рублей 60 копеек. И чуть-чуть гранатов осталось. 91,64. Вот эти макаронные изделия сейчас завозятся во многие светофоры. 127,15 их цена. Группа А. 3 килограмма здесь. Я спрашивала про качество этих макаронных изделий. Мне сказали, развариваются. То есть, помню, что когда-то кто-то мне писал, что вполне они приличные, если долго не варить. А вот девушка другая мне написала, что они действительно развариваются. Их сейчас много в наличии. И еще твердый знак, группа А, вермишелька. Тоже пригодится. 131,61 за 3 килограмма. Цена на макаронные изделия в сетях сейчас тоже очень сильно выросла. Хочу дать очень положительный отзыв на вот этот корж невский для торта. 400 грамм, стоит он всего 54 рубля. Для справки, в магазине «Пятерочка» сейчас такие же коржи, похожие очень, стоят больше 100 рублей. Я попробовала с этим коржом приготовить торт. Очень вкусно получается. И крем я делала из рикотты, которую тоже во некоторые светофоры завезли, с сахаром и со сливками. И вверх заливала желе. Получился такой желейный тортик. Очень вкусно, действительно, и коржи достойные. Я рекомендую. В этом светофоре еще очень много в наличии полотенец махровых, пестротканых. 1 метр на полтора, 625,20 цена. Очень красивые расцветки. 23 февраля не за горами, поэтому вам такие полотенца могут пригодиться. И 70 на метр 30, 382,80. Подушки сюда завезли. Пух 70 на 70, 266,80. Другой светофор еще я видела, завозили такие подушки 50 на 70. Вот здесь разные расцветки. Например, вот такая яркая. Есть более спокойные цвета. Что еще? Одеяло полтораспальное верблюд, называется оно, 388,60. И много простыней на резинке. 388,40, 2 метра на 1,60 м. Комплект наволочек 2 штучки, 50 на 70 и 70 на 70, 213,90. Вот комплект наволочек. Если надумаете готовить торт, например, то вам может пригодиться вот эта замороженная клубника. Это новинка. 164 рубля за килограмм. Здесь 2 килограмма в одной упаковке на 328 рублей. Можно купить здесь и красную смородину замороженную. 136 рублей. То есть вы ее, например, просто взбиваете блендером, добавляете желатин и заливаете в форму, соответствующую коржам. И замороженный манго. Его как-то слабо покупают. Цена не дешевая. 261 рубль за килограмм. Вот еще смесь компотная. 108 рублей 90 копеек за килограмм. Здесь кило 600. Алмазная мозаика размером 40 на 50 на холсте без подрамника приехала сюда. 253 рубля 35 копеек. Очень подробно эту мозаику рассматривали мы с вами в Шушарах. Тоже посмотрите мой ролик. И все рисунки, вот я здесь сейчас вижу, абсолютно точно такие же. Здесь и тигр,
и вот этот львенок, и вот эти конфетки Milky Way. Я уже их покупила, успела попробовать. Очень вкусные, 500 грамм, 161,28. Уважаемые подписчики, а сейчас мы с вами находимся в магазине «Светофор» в Антелево. Давайте посмотрим, какие новиночки доехали до этого светофора, потому что в коммунаре Ван Тропшина не очень много чего нового есть. Некоторые подписчики жаловались, у нас в светофоре никогда не бывает локолюта. А вот в наши питерские локолют привезли. Зубная паста 65 грамм, 67,50. Отзывы на локолют всегда отличные. Не видела ни одного отзыва на вот эту мицеллярную воду. 450 миллилитров, стоимость ее всего 46 рублей 20 копеек. Производство Россия. Напишите, пожалуйста. Бумага для выпечки, здесь много ее сейчас, тоже очень нужная вещь. Если будете тортик выпекать, 34,90. Домашние тортики — это такая душевная вещь. Я вот очень люблю. В последнее время, ходя в кафе и рестораны, я так стала разочаровываться. Зачастую мне приносят совсем не то, что я ожидаю. И как-то жалко бывает денег платить. Поэтому я лучше дома испеку какой-нибудь душевный тортик с чайком, с кофейком. Ой, быстрее надо домой. 34,90. В общем, производство России, этой бумаги пригодится всегда. Комплект мисочек с крышками. Здесь они в приятном таком нежно-нежно-лимонном цвете. Даже я бы сказала, это бежевый цвет. 191,20. Внутри 3 мисочки. 3 штуки 1,2 литра, 2,1 литр и 3,2 литра. Нас ждет лето впереди. Салаты, заготовки. Миски пригодятся. Для выпечки, кстати, вот отличная вещь. Набор для выпечки. Классика. 3 предмета. Кисточка, лопатка, коврик. 161 рубль. Единственное, в этом коврике меня смущает его размер. Совсем малюсенький коврик, 30 на 30. Потому что обычно мы, когда готовим, везде мука, крем и так далее. Я бы хотела, чтобы коврик был все-таки большой. В этот светофор привезли вот такие кармановые под названием Like. Консервы для кошек 850 грамм телятина 55,60. И консервы для собак Like 850 грамм 54,20. И вот новинка, ради которой стоило приехать в магазин светофор сегодня. Это универсальная корзинка. 40 литров, 407 рублей 10 копеек. Производит компания Архимед. Сразу первое, что мне приходит на ум, в эту корзиночку можно собирать урожай яблок, например, или использовать ее как корзину для белья. Пластик идет пищевой, так что спокойно можно собирать в нее урожай. Архимед производит город Москва. Изделие культурно-бытового назначения, хозяйственного обихода из пластмассы. Материал написано пластмасса, но это какая-то такая пластмасса, которая прорезиненная, что ли, то есть она мягкая сама по себе корзиночка, и форма может как-то растягиваться под давлением яблок, естественно. Максимальная нагрузка этих корзин не указана, но мне кажется, урожай спокойно можно в нее собирать. Симпатичная, я, может, даже бежевую вот такую корзиночку и приобрету. Подушка анатомическая 60 на 40 с эффектом памяти Memory Foam 922,90. В этот светофор на юге она приехала первой, то есть это первый был светофор, куда она ее привезли. И отзывы пока на эти подушки хорошие. Одна подписчица написала, что подушка хорошо держит форму. То есть действительно форму головы она запоминает. Стульчики детские, пластик, высота 47 сантиметров. Здесь очень приятном таком фиолетовом цвете. Максимальная нагрузка 90 килограмм. В магазин в Шушарах такие стульчики в оранжевом цвете приехали. Вот, к сожалению, не приезжает столик. Вот столик к этим стульчикам очень бы хотелось тоже увидеть в светофоре. 36 на 31 и на 47 сантиметров. Кстати, если будете готовить тортик, опять вернемся к нему, вот можно купить такое манго в сиропе дольки 92,80, 425 миллилитров. И один из немногих светофоров, где есть груша половинки в сиропе, это вот этот светофор 67,30. Я вот буквально свой тортик готовила с вот этими грушами. Очень вкусные, у них удобная форма. У них нет вот этой вот верхней части, грубо говоря. Идет долька вот достаточно округлой формы. Ее хорошо нарезать вот как раз на какие-то кондитерские изделия. Вкусная груша. В этом магазине много форели. 406 рублей за килограмм. В одной упаковочке чуть больше килограмма. И я вижу, что выложили ее не так давно. То есть поставка достаточно свежая. Перец фаршированный. На него, кстати, приходили хорошие отзывы. Вкусный перец. 900 грамм здесь, 85,90. Из новинок еще петень птицы замороженный лоток. Павловская птица.
Птицефабрика производит эту печень, 182,90. Ее легко увидеть в холодильнике, потому что идет черная наклеечка с изображением утки. В прошлом в своем обзоре я показывала, что в Светофоры завезли свиную печенку. Тоже было много хвалебных отзывов, в принципе, про нее. Сейчас приехала печень утки, надо пробовать. В одной упаковке 740 грамм. Цена указана за килограмм. Я думаю, что утиная печень не сильно отличается от печенки куриной. В наличии также желудки куриные, лоток замороженные 139,40. И еще одна классная новинка – это новая утка. Жалко, что ее не привезли к праздникам Новый год, потому что, знаю, у меня практически многие знакомые готовили именно утку на Новый год. Здесь в одной тушке 2 килограмма 966 грамм. Большая утка. Первый сорт. И производит эту уточку. И производит город Орехово-Зуево. Она идет в желтой упаковке, как и многие другие полуфабрикаты мясные, которые сейчас завозят в Светофор. Клубничка замороженная здесь тоже в наличии, только расфасовали ее небольшими пакетиками, что удобно. Кило 600 здесь на 262 рубля. Также и красная смородина есть, манго. Манго тоже небольшая упаковка, что тоже удобно. 800 грамм здесь в одной упаковке на 230 рублей. И вот действительно форель сейчас в наличии только завезли. Вот она какая хорошая. Я прошлые завозы форели, ее покупала, очень вкусная рыба. Просто даже зажарить на мангале или в духовке. Вот несколько упаковок этой форели осталось, есть пакетик, приезжайте, набирайте. И вот еще очень редко где встречаю филе сельди. 115,70 цена, производство Николина, всего здесь 300 грамм. Из недавних новинок это морковь острая пряная, 500 грамм, 59,20. И, конечно, вот этот салат оливье от Сантембремор, его завозят сейчас везде. Надо пробовать, ребята. 121,80 за 400 грамм салатика. Ассорти овощное острое, много его в наличии, 800 грамм, 95,60. Смотрите, здесь и морковка, и огурчик, и капустка. Привозили такие еще помидоры с огурцами. У мясных изделий много. Мне кажется, даже повторно завезли чаоризо. 612,80. Неоднократно говорила отзыв на эту продукцию. Много паприки. Очень ярко выраженный вкус паприки. Вкусная и жирная. Индейка пикантная. 1 килограмм 313,20. Ее цена 522 грамма. Здесь цена указана за килограмм. Это фабрика Ладога производит. Ладога постоянный поставщик Светофора. И на изделия Ладоги хорошие в основном всегда отзывы. Карбана премиум категория Б 301,60. Производитель Анком. Также цена указана за килограмм. Свинина традиционная. Очень хороший срез. Посмотрите, много мяса, много сала. 301,60. Есть кусочки, где мясо поменьше, побольше сала. Можно повыбирать. Также фабрика Кухня Ладога производит. Колбаски говяжьи уже от Анкома. 374,70. Тоже цена за килограмм. Свинина традиционная от Ладоги. Вот такая с большим количеством пряностей, перца. 301,60. И грудинка тоже от Ладоги с большим количеством перца, я так понимаю. Или это кунжут? Мне кажется, это перец. 272,30. Вот она новинка, которую тоже завозят сейчас многие светофоры. Это рикотта прета 151,30. Я уже для своего домашнего тортика всю эту рикотту израсходовала. В общем, взбиваете вот эту рикотту со сливками 30-33% и с сахарной пудрой. Этот крем можно использовать как для тортов, так и замораживать. И получится такое а-ля мороженое. Очень вкусная рикотта. Хорошего качества. Советую. 151,30 за 500 грамм. Сухофрукты тоже просматриваете, новинки приезжают. Например, вот сейчас есть манго вяленое. 188,80. Это цена за 200 грамм. Компотная смесь 1 килограмм от компании Soman Food. 145,70 цена. И здесь, если присмотреться, яблочки нарезаны достаточно
Толста. Хорошая вещь. Клюква сушеная 250 грамм, 158,90. Тоже очень полезная вещь. Это курага. 331,40 за 1 килограмм. И есть чернослив. 279,10. В прошлом ролике просила подписчиков дать отзыв на вот этот шиповник растворимый. 150 грамм, 97,20. Одна подписчица написала, что вкусный шиповник. Берите, не думайте. Поэтому все, если у вас есть отзывы на какой-то товар из Светофора, обязательно пишите. Мы с вами все просматриваем. И вот здесь в углу решили сделать выкладку товаров для садоводов, что очень даже, на мой взгляд, обосновано. Удобрение «Находка» для цветов 112,20 за 250 грамм. Кашпо системы автополива здесь есть 151,40, 3,6 литра. Горшки с подставкой «Каскад» 3 штуки по 1 литру 125,40. Средство защиты садовых растений «Зеленое мыло» 89,50, 1 литр. «Корневин» 71,90 за 5 упаковок по 10 грамм. «Марганцовка» 61,50, 50 грамм. «Борная кислота» 50 грамм, 40 рублей стоит. Вот эти наборы для рассады с поддоном, поторопитесь, ребята, меньше их стало. 119 рублей, 10 штучек по 300 миллилитров. Также геотекстиль в наличии 220,40, 10 метров длина, 3,2 метра ширина. Геотекстиль с УВФ стабилизатором нетканный 225,60. Тент хозяйственный универсальный 4 на 4 метра 486 рублей. Очень много грунта пока. 175,40. Вот эти этажерки, в принципе, их тоже можно использовать как этажерки для рассады. Для хранения низкая трехсекционная этажерка, я тоже сюда положили. Семена в наборе, но их завозили в прошлом году, 15,70. Ну а на этом, уважаемые подписчики, я хочу закончить свой обзор. Много всего приехало в Светофор. Корзиночки мне очень понравились. Самых лучших вам покупок желаю. До свидания и до новых встреч. Пока-пока.